Всех приветствую. Продолжаем гулять по Петербургу, по выставкам Петербурга. Нина Слипченко, «Метаморфозы». Выставка проходила в галерее «Ирарт». Вот что написано в анонсе. Музей современного искусства «Ирарта» представляет выставку художницы Нины Слипченко, которая создает волшебные образы посредством модификаций. Фантастические супергероини, воплощенные при помощи цифровой живописи, смыслы, зашифрованные в формах, позах и жестах. Произведение 3D-графики, отражающие взгляд художника как на окружающий мир, так и на внутренний мир современного человека. Художница Нина Слипченко, работающая под псевдонимом «Дизайн Нина», росла в творческой семье. С детства хорошо рисовала, много училась. Ее бабушка и дедушка были актерами одного из московских театров. Основной темой представленных на выставке работ автор называет «превращение», в кавычках ссылаясь на известное произведение Франца Кафки. Настроение в работах «Дизайн Нина» передает через позы и жесты героинь. Этот прием характерен для театра, где язык тела является важнейшим инструментом выражения не только эмоций, но и контекста. Автор объясняет, жизнь каждого человека – это танец, способный заряжать свою энергию в мир вокруг. Мой манифест – ищите приют среди близких и терпения внутри себя. Фантастические героини, художницы, яркие, пластичные, персонажи работ притягивают взгляд своей таинственностью, нереальной анатомией, яркостью и в то же время бесстрастностью, наталкивая на мысль о том, что перед нами существо новой формации – супергероини. Нина Слипченко родилась в Москве в 1991 году, в 2008 окончила лицей искусств имени Оборина, а в 2013 отделение дизайна Высшей школы экономики. Работы автора выставлялись в галерее США, представлены в проектах мероприятий в Нью-Йорке и в Валенсии, Испании. Вот все, что мне удалось найти о выставке Нины Слипченко, которая проходила в Ирарте. Она называлась «Метаморфоза». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.